Да слушай, на Sony 4000 стоит. Внутри 900 с чем-то. С аванса, да, возьму. Вот он. Вот он. А, здесь. Все, пожалуйста. Уважаемый генеральный менеджер, а не объясните ли мне, а почему Мефисто выиграла в нашем матче? Слушай, очевидные вещи. Очевидные вещи. Она выиграла, потому что оказалась сильнее вас. Сильнее нас? Она оказалась сильнее нас? А ничего, что она нарушила два правила в матче, одно из которых она ударила Эри под носом по голове, из-за чего она не сможет принимать участие в чемпионате. А второе, она унизила меня перед всеми зрителями. Она унизила меня перед фанатами. Она унизила меня перед моей семьей. Знаешь как? Она делала мне тыкву! А, знаешь, я поговорю с ней на этот счет. Не стоит. Я сама с ней поговорю. В матче один на один на опасной зоне. В матче. Дорогая моя, позволь я напомню тебе одну, еще одну очевидную вещь. Я являюсь генеральным менеджером. Я являюсь распорядителем всех матчей. И я являюсь гарантом безопасности и порядка в этой федерации. И если ты будешь так продолжать, в том же духе, сама себе назначать матчи, знаешь, я думаю, ты сменишь рестлинг на что-то менее экстремальное. Но, впрочем, ты хочешь матч? Да, хочу. Ты хочешь матч? Окей, окей. Ты получишь этот бой. Но учти, у каждого твоего желания могут быть очень неприятные последствия.